Что ж, пожалуй, пора нам прощаться. Мы славно провели время. Остаток своей никчемной жизни просидишь в самой глубокой и темной дыре департамента тюрем. Забавная эта штука – жизнь. Только подумаю, что все идет определенным образом, как жизнь начинает подбрасывать закрученные мячи. Начаты масштабные поиски этих двух мужчин – Джейкоба Таллиса и Рональда Митчелла. Обоим удалось бежать прошлой ночью. Привет. Привет. Надо раздать это. Вооружены и опасны. Невероятно. Кто там? Всем добрый вечер. Будете вести себя тихо, проблем не возникнет. Я знаю одно. Это охотник. А мы добыча. Награды своей я не поделюсь. Похоже, битва только начинается.